зале у нас. Сколько улыбок, сияющих глаз. Кажется, стал шире актовый зал. Все собрались на праздничный бал. Музыка звенит, заливается. Бал выпускной начинается. Сегодня на нашем празднике вас ждут ученические признания, педагогические напутствия. Ведь благодаря учительскому труду, опеке классных руководителей и воспитателей, контролю и пристальному вниманию со стороны администрации выпускники добрались до последней ступени школьного обучения. 10 лет назад первый звонок собрал вместе в нашей школе и позвал в дорогу вас, ребят. Дорога была нелегкой, сухарной, резкими поворотами, можно сказать, с гонками на выживание. Сегодня мы хотим подвести итоги вашего школьного пути. Конечно, вы бы не могли обойтись без мудрых советов тех людей, которые были с вами каждый день, рука об руку. Это Хлебко Ольга Аркадьевна, ваша руководитель 10-й А. Семенькова Пустоходник Екатерина Витальевна, ваша руководитель 10-й А. Боровик Владимир Николаевич, председатель. Учителя и воспитатели, посвящается следующий номер. Для вас поют Марина и Саша песню. Смотрите на это, на экран. На экран. Yeah.
маленькая жизнь, но полна эта жизнь радости, огорчений, да? Улыбок, слез, хитрости в отношениях между мальчиками и девочками, разных переплетений. Но все-таки это самое замечательное, самое интересное и самая беззаботная пора. И если бы мне сейчас сказали: «Наталья Владимировна, что вы хотите больше всего? Я хочу, вот как вы, сегодня танцевать вальс, чтобы сегодня я была такая самая красивая, в прекрасном нежном платье, и мне вручали свидетельство, да, аттестат зрелости. Вы, ребята, сегодня взрослые, вы выпускники государственного учреждения образования, вспомогательная школа-интернат номер 7 города Минска». Аплодисменты. Хочется сказать самые трогательные слова коллегам. Может быть, я не могу говорить много, да, потому что я с вами только с 14 апреля 2018 года. Но то, что я сегодня вижу, то, что видим сегодня все мы на экранах, на учебных занятиях, на различных мероприятиях, это просто колоссальный творческий труд педагоги ваш. И не случайно я сегодня сказала, что категорически не сяду за центральный стол, потому что центральный стол – это ваш стол. Это ваш труд, многолетний, каждодневный, кропотливый и тяжелый. И вам за это огромное спасибо и аплодисменты. И хочется пожелать, ребята, вам крепкого здоровья, сил, мудрости, уверенности в себе, и чтобы в вашей жизни рядом были только верные, порядочные, искренние люди. Коллеги, а вам я хочу пожелать, чтобы сегодняшний вечер был теплый, ласковый, добрый, и дай Бог вам профессионализма неиссякаемого, доброты, уверенности и еще долгих-долгих лет функционированию этому учреждению образования. Итак, Вероника Юрьевна, я приглашаю вас как руководителя учебного подразделения и Светлана Валентиновна вас, потому что это симбиоз и воспитания, и обучения. Вы, пожалуйста, учите 9-му классу. А вы, пожалуйста, 10-му. Итак, вручаем с выпускного 10 класса свидетельство о специальном образовании государственного учреждения образования, вспомогательная школа-интернат номер 7 города Минска, вручается Абрамовой Юлии Вадимовне. Где вы? Она так сегодня замечательно нам на экзамене рассказывала свои экзаменационные билеты. Здоровья тебе, успеха, и обрати внимание на нашего Никиту. Никита сказал, что ты ему очень нравишься. Андросову Артему Анатольевичу. Артем Анатольевич, Артемка, повернись, пожалуйста. Он сегодня был одним из самых лучших на выпускном экзамене. Он поразил всю экзаменационную комиссию, ну, наверное, и не только, и самих ребят. Да, ребята? Артем, успехов тебе, благополучия. Мы всегда рады тебя видеть в стенах этого учреждения образования и надеемся, что ты будешь помогать обрезать красивыми декоративными фигурами наши кусты. Хорошо? Да. Вероника, давай так. Вероника – это наша боевая девчонка. Но она сегодня с трепетом и с уверенностью все-таки с этими однолетними растениями справилась. Справилась? Разобралась. Но сказала: –
Раздали бумажку, читайте экзамен сами. Получила ответственность своих 4 балла и теперь уходит в большую интересную жизнь, да? А на летнике будем садить? Все, ждем. Леонид Петрович не фиксируется. Никите Александровне. Никита Александрович сегодня вот лично мне показался как председатель экзаменационной комиссии каким-то таким мудрым достаточно человеком. Взрослым, самостоятельным. Никита, пусть твоя эта взрослость ранее, самостоятельность будет всегда только тебе сопутствовать в жизни. Хорошо? Хорошо. И никаких преград не бойся. Хорошо? Будешь чинить обувь, да? Не починишь? Я не знаю, что. Не знаешь? Ну, все будет хорошо. Давай. Спасибо. Мария Александровна, посмотрите, какая она сегодня красивая. Аплодисменты Маше. Да? Маша сегодня красивая. Еще и Юлия Викторовна. Юлия Викторовна. Какая красивая девочка сегодня. Мальчики, вы должны пригласить на медленный танец. Будет дискотека. Юлечка, ты замечательно танцевала. Я видела, мы все видели, да? Правда? Юля красиво танцует. И поэтому ты сегодня большая молодец, большая Юля. Алла Петровна. Алла Петровна, вас Юля. Замечательно. Шаг Андрею Петровичу. Андрей Петрович. Андрей Петрович тоже большой умница, творческий ребенок, да? Мы уверены, что у него все будет хорошо, да, Андрюша? Ты нас поразишь еще интересными какими-нибудь своими творческими находками? Да. Обязательно обещаешь нам? Да. Так, все, нам обещали, коллеги, ребята нам обещали. Мы все это увидим своими глазами в следующем году. Нет. Давай сегодня. Нет. Будем танцевать. Хорошо, давай. Скрипко Лиане Михайловне. Лиана Михайловна. Наша девочка. Лианочка, девочка, я с высоты своего 176-метрового роста, понимаешь, хотя бы. Ты большая молодец. Спасибо. Спасибо. А как ты танцевала? Ты так танцевала, что я всем-всем своим друзьям и знакомым показала ваш танец. И они сказали, кто эта удивительная маленькая девочка? Я говорю, это девочке 18 лет. И это девочка, внештатный генерал класса. Это так? Это так. Так что ты сегодня танцуй. Будешь танцевать? Да. Ребята, обратите внимание, какое красивое нежное платье. Последний звонок, и школьный урок остались уже.